И вот еще что. Если данный способ не помог, вот тогда используйте такой способ. Вот на машинку стиральную у вас, по идее, есть кран. Если у вас точно такой же, как здесь, то это не кран, это ширпотреб. Ставьте нормальный кран, который позволит вам открывать и закрывать. Потому что я считаю ширпотреб. Почему? Потому что он до одного места. Сама вот эта штучка, кран, ну, которая откручивает, она пластиковая, пластмассовая. И если вот тут, смотрите, вот, смотрите, сейчас покажу. Вот тут есть перегородочка, вот она. Если она ломается, то вы можете спокойно, когда кран открывать, сам кран, который переграждает воду, может не открываться. И поэтому у вас вот такой вот вид поломки, о котором идет речь в этом видео. Просто замените кран на нормальный такой, чтобы было не пластиковое закручивание, а металлическое. И тогда все, головная боль ваша пройдет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если это было вам очень полезно и помогло.